А нет, друзья мои, прошу прощения, со второй огневой дорожки был пуск управляемой ракеты. Ну и что, что не тот танк стрельнул, друзья мои. Главное, что цель поражена, и отличная работа. Итак, вновь пуск управляемой ракеты с четвертой огневой дорожки. Цель поражена. Итак, готовится осуществить пуск третий экипаж. И вот ракета устремляется на 5000 метров. Есть, цель поражена. Ну что, четвертый удастся или нет? Внимание. Правый фланг. Первая огневая дорожка. Танк Т-72Б3. Пуск. Ай, красавцы! Все три ракеты и все четыре ракеты и все четыре мишени поражены.